На данном примере показано, как действуют брекеты. У ортодонтической проволочной дуги есть память, которая позволяет дуге возвращаться в свое первоначальное положение при искривлении. Если к дуге прикреплены брекеты, она вынуждает их двигаться за собой. Поэтому, если брекеты прикреплены к зубам, то проволочная дуга будет оказывать силу на зубы, и как следствие зубы будут перемещаться, пока не окажутся в правильном положении. Резиновые кольца могут отделить зубы с целью установки колец. Если ортодонтическая проволочная дуга искривилась, она вернется в свое изначальное положение –